Обана. Кот на охоте. Такого никогда не видел. Тири-дин. Тири-дин. Как он, интересно, на парашюте будет спускаться оттуда? Это развлекуха или он на самом деле решил питание себе обеспечить? Вот дает. Тири-дин. А птицы балдеют вокруг. Наблюдают, наверное, надеются, что он оттуда снизвергнется. Кот физкультурник, походу. Или придется МЧС вызывать. А птиц сколько он наблюдает? Тири-дим. Они, походу, болеют за кота. Ника, не дергай ты! О, красава! Забрался ж так высоко. А птицы тут собрались все, наверное, местные обитатели. Птичий базар, можно сказать. Смотрят на кота. Говорят, вон же помойка, что тебе не хватает. Нет, это мы, видишь, в небо. А, ну, 12-й уже был день космонавтики, кота, видно, проняло тоже. Посмотрел телевизор с двумя дедами. О, и Ника возбудилась. Предупреждает кота, что если бахнешься, тут я тебя буду ждать внизу. Да. Ну чё, развлекуха. Птицы так точно вот собрались. На этот кинотеатр посмотреть. Кот, ну что, долго будешь там зависать? Кстати, погода шепчет. Вот такая у нас тут улица. Классная, тихая. До центра города 800 метров. Вот этот домик, кстати, продает хозяйка. И следующий дом. К нему вот этот сарай. Правда, про цену пока точно не сказали. У них там идут споры, коллоквиум у них. То есть пытаются договориться, что наш кот... Не, он, по-моему, физкультурник, потому что реально вот поймать что-то... А птицы он смотрит, тоже его изучают. О, эти даже петь начали. А им, по-моему, или может он просто птиц послушать собрался поближе. А я тут над ним стебаюсь. О, даже красиво поют. Петухи не в счет. Замечательно. Такой концерт. Кот. Любитель скворцового пения. Скворцового. Камерного. На пленэр вылез. Да, котя. Близок локоть, да не укусишь, я так понимаю. Да? Наблюдаешь за мной. Не, я сочувствующий, я как бы не хочу, чтобы ты оттуда бахнул. Ой, любознатель. Ну что, как тут наша Венеция местная? Помелела. Кот обормот. Не знаю, может ему тут, может он живет тут или гнездо решил свить. Такое, наверное, тоже бывает. Кот, будешь лазить или будешь гнездо вить? Нет, цели пока неизвестны. Попозже поинтересуемся. Тынц.
Ну, вот такая деревенская зарисовка. Что, Ника, твой блохастый друг прибыл? Такие стоят, типа, не знают друг друга. Смотри, кот, он полез повыше даже. Зря я так думал о нем. Он тут, видно, опытный. Космонавт. Тин-дин, тирин-дин-дин. Нет, что-то собака не спешит в гости. Встреча, все. Дружба, френдшафт. Ну все, птицы потеряли интерес к этому субъекту. Можно слазить именно.